Здравствуйте, дорогие слушатели! Тема сегодняшнего занятия – шиш кебаб из курицы. Для горячего блюда из курицы шиш кебаб нам понадобятся следующие ингредиенты. Куриное филе, сюзьма, лаваш, чеснок. Из овощей нам понадобится болгарский перец трех видов по 30 грамм, желтый, зеленый, красный. Также нам понадобится репчатый лук и кабачки, тоже по 30 грамм. Куриного филе мы возьмем 120 грамм на порцию. Для начала мы отделим наше филе от кости. Легким зачищающим движением отделяем кость от филе. Следующее, что мы сделаем, мы зачистим филе от жира, так как куриный жир – это кладезь холестерина, который вреден нашему организму. Филе зачистили. Следующее – мы должны нарезать филе кубиком, чтобы его нанизать на шпажки. Но предварительно, прежде чем нанизать на шпажки, филе замаринуем. Нарезали. А теперь замаринуем. Для маринада нашего филе нам понадобится из специй орегано, добавим грамм орегано, грамм соли и щепотку черного молотого перца. Щепотку красной паприки сладкой и небольшую щепотку шафрана. После возьмем 3 грамма чеснока и измельчим его в мелкую крошку. Также для маринада чеснок можно протереть через мелкую терку или же выдавить его через чеснокодавилку. Достаточно измельчили его. А теперь мы добавим куриному филе. Добавим в наш маринад растительного масла примерно 10-15 миллиграмм, после чего все тщательно перемешаем и оставим наше филе мариноваться примерно на 5-10 минут, после чего мы его будем нанизать на наши бамбуковые шпажки. Отложим в сторонку. Следующим нашим этапом будет подготовка овощей. Овощи нарежем квадратиком. Сначала мы их сделаем бесформенными, а потом уже нанизав на шпажки, мы их откорректируем. Зачистим болгарский перец от нежелательных перегородок. Эти перегородки горчат в процессе термической обработки. И также делим
на 4 части. То же самое мы проделаем с зеленым болгарским перцем. Те овощи, которые мы будем обрезать, в последующем мы используем на соус к этому блюду. Кабачок мы нарезаем диаметром 3-4 мм. Приблизительно 8 кружков. И еще один. Достаточно. Также для нашего соуса в последующем нам понадобится репчатый лук. Для начала возьмем пару черри, которые мы разрежем пополам. Начнем процесс. Нанизываем болгарский перец, помидор черри, желтый болгарский, кабачок, красный болгарский. Ту же самую последовательность проделаем еще раз. Зеленый, помидор черри, желтый, кабачок и красный болгарский. Такой же вариант проделаем со второй шпажкой. Закончили. А теперь, чтобы наши овощи равномерно обжаривались, мы немножко подкорректируем. Обрезаем для устойчивости. После коррекции наши овощи будут смотреться красиво и обжариваться равномерно. Пожалуйста, вот такая шпажка у нас получится. Шашлычок с овощами. То же самое проделаем со второй шпажкой. А те овощи, которые у нас остались, мы их, естественно, выкидывать не будем. Мы их пустим на наш соус. Который назовем овощным сальце. Измельчаем. Сюда же к нашему соусу добавим немного репчатого лука. И также измельчим его мелким кубиком. Овощи для сальсы готовы. Нагреем сковороду. Добавим 10 мг растительного масла. Будем обжаривать наши овощи с добавлением томатного сока. Не нужно сильно разогревать сковороду, так как овощи у нас должны оставаться живыми.
добавим соли, немного черного перца и орегано. Овощи почти готовы. Добавим томатного сока. Примерно 100 миллиграмм. И будем ждать, пока 60% жидкости выпарится до полного приготовления или же до полной готовности нашего соуса. Убавляем температуру, чтобы наши овощи успели пропитаться томатным соком. Соус почти готов. Мы его сразу переложим в нашу соусницу. Он загустел до нужной нам консистенции. Теперь мы его переложим в нашу соусничку, которую будем подавать с нашим блюдом. Куриное филе наше промариновалось. И теперь самый раз его нанизить на шпажки. Аккуратно нанизываем на шпажку филе, желательно по длине волокон филе, чтобы в процессе при термической обработке, когда куриное филе начнет сокращаться, чтобы оно не сильно деформировало кусок. А пока мы нанизываем наше филе, поставим согреваться сковороду, чтобы в последующем обжарить наше филе и наши овощи. Добавим 20 миллиграмм растительного масла. Нанизали филе, отложим в сторонку. И проделаем то же самое с оставшимся части филе курицы. Буквально по волокнам нанизываем филе курицы на шпажку. Закончили. Вот наши шпажки с курицей и шпажки с овощами. Масло нагрелось. Самое время обжаривать наше филе. Так как наши овощи обжаривается быстрее, мы их добавим за 10 минут до готовности филе. Подготовим наше блюдо к подаче. Овощное сальсо, которое мы будем подавать с нашим филе курицы с овощами, выложим его с одного края нашего блюда. Следующим гарниром у нас будет репчатый лук, маринованный в винном уксусе.
Нарежем лук тоненькими полукольцами. Поместим его в тару и слегка сбрызнем винным уксусом. Курица схватывается румяной корочкой. Репчатый лук перемешали и отложим в сторонку. Равномерно обжариваем филе курицы со всех сторон. Помещаем овощи. И равномерно обжариваем. Немного подсолим. И немного молотого перца. А в завершении нашего процесса и филе, и овощи мы слегка припустим, чтобы они пропитались общим вкусом. Для этого мы добавим немного воды. Это делается для того, чтобы пропитать единым соком все общее наше блюдо. И овощи, и филе. Пока филе и овощи наши доходят, мы их задекорируем. Наше блюдо, чтобы выложить его. Для этого нам понадобится лаваш. Вы можете подать лаваш и как хлебную закуску, и как дополнение к гарниру. Для этого нам понадобится один лаваш. Мы нарежем его на 8 равных частей. Овощи и филе готово. Мы их выкладываем. Филе и овощи. Также в порядке подачи в форме колодец выкладываем овощи и филе. Дорезаем лаваш. И сворачиваем лаваш в трубочку. После того, как мы свернули лаваш, выкладываем его
в угол нашего блюда. Если лаваш у вас немного широковат, вы можете его подогнуть и завернуть вовнутрь лаваша. Последний рулон нашего хлебного лаваша. Выкладываем наше блюдо. Украшаем веточкой базилика. И к нашему соусу добавляем сюзьму. Посыпаем курицу и овощи кунжутом, декорируем веточкой петрушки. Наш лук замариновался. Добавим его к нашему блюду. Шиш-кебаб с курицей готов.